А почувствуйте, вот как ты считаешь так. Отшельник. Отчаянью крик спустился с холма и эхом пошел. С надеждой по тьме, как яркий блик, с надеждой по тьме, как святой лик. Гонимый людьми, скромный добряк ушел в лес, отшельником стал и молился за свой потерянный век, где должен стать человеком. О, ты человек! Сорвался с губ с отчаянием крик, дождь спустился с холма и эхом пошел, но вдруг оборвался и внезапно поник. Видно, голос сорвал он и навеки охрип. И те, кто его услышал и понял, о чем он кричал, понесли ту весть по свету, но им никто не поверил, как многим пророкам и тому, кто за нас пострадал, как многим пророкам и тому, кто за нас пострадал. Я многое понял, когда истины книгу читал. О, как я многое понял, когда истины книгу читал. Можно еще для закрепления, как вас зовут, потому что мне вот туго с этим. Иван. Иван и Михаил.
Просто, а вот как вот это обозначить все ваше сотворчество? Дуэт авторский. Ну, вам надо как-то придумать, потому что, ну, название. Да. Это так сложно нам вас опознавать. Хорошо. Бурсаки, расучитесь в этом. Вот мы придумываем название сейчас на обсуждение. Так, сейчас у нас последнее, ну вот в качестве эксперимента у нас редко все-таки песни в основном. Милана тут, Милана. Ну, Милана вот. То есть у нас сегодня Игорь Лунев, наш такой приятель из Санкт-Петербурга, заходил. Милана с ним тут играет на басу. Вот. Но Игорь сказал, что у Милана есть хорошие стихи. Вот. Ну вот сейчас мы познакомимся уже более масштабно. Она хотела прочитать длинный стих, но мы решили, что лучше вот сейчас. Так, только микрофон. Да, всем здравствуйте. Меня зовут Милана Акатьева. Я по образованию инженер-физик, работаю по специальности. Вот помимо этого занимаюсь музыкой, стихами. Стихотворение, которое сейчас прочитаю, заранее извиняюсь, если покажется, если вы где-то увидите пафос, стихотворение.